Обласная организация Республиканского громадского объединения «Белая Русь» долучилась до проведения новогодней акции «Наши дети». На доброшенную елку у Гомеля запросили около 500 детей из всех районов области. Доброшенную елку у Гомеля «Белая Русь» все лето проводить у 7 раз. Сярод запрошенных дети со шмадетных и малозабеспеченных семьев, дети с обмежованными физичными махчимостями и сироты. Мероприемство, которое проводится у рамках акции «Наши дети», мае еще одну назву – «У Новый год с Белой Русью». Увогуле члены этой организации активно долучились до акции во всех районах в области, где зараз проводятся святочные ранишники и театрализованные представления. Причем часто артистами становятся непрофессийные актеры. У Гомеля, например, у костюмы казачных героев перепранулися вушни и наставники 67-й средней школы. У Гомеля, например, у костюмы казачных героев перепранулися вушни и наставники 67-й средней школы. По словам организаторов, главная задача таких мероприемств – допомогши детям сустреться, обменяться уражениями и отримать добрые эмоции. Урешті у ЦУД и добрыню напередодні Нового года хочется верить навод дорослым. Мы хотим нашим ребятам подарить волшебство перед Новым годом, потому что когда-то мы тоже были детьми. Наши дедушки, бабушки, родители, педагоги для нас действительно делали настоящий праздник. А теперь уже это наша обязанность сделать для детей праздник, чтобы дети в Новый год вошли с хорошим настроением, чтобы дети верили в чудеса, мечтали, желали и получали подарки.